Причиной прорыва трубы отопления в Уснерском архиве стали нарушения в монтаже отопительной системы. К такому решению пришла рабочая комиссия после осмотра помещения архива. Напомним, на прошлой неделе в помещении прорвало трубу отопления. В результате от воды пострадали архивные документы, а также оборудование редакции районной газеты, офис которой располагался этажом ниже. Определились с объемом работ. Тут обслуживающая организация мне принесет объем работ. Ну, что именно? Именно этот длину трубопроводов, который надо менять. Тут стояки надо полностью менять, потому что они уже в плачевном состоянии. Посмотрели также этот здание редакции «Северная Заря». В результате затопа там требуется космический ремонт. Тоже на днях наше управление составит смету. Ну, будем выходить на муниципальный совет за выделение денежных средств на этот космический ремонт зданий.